Это чей канал? Нету никого. Ну все, сейчас тогда буду всех перебивать и ролики чужие тырить. Ага. Здорово. Что случилось у вас? Ничего. Кто вас рассмешил? А немножко покривлялась я за одним индусом. А, вы с индусом кривлялись? Да, мы не понимаем его, да, но кривлялась хорошо. Слушайте, да я не сомневаюсь, у вас талант. Ну, почему нет? Одно за одним, полминуты рычали один на одного, красиво порычали. Я Рычали еще друг подъезжал. на друга. Я рычал и рычал. Неплохо, А неплохо. бананы в телефон кидал? Плохо. Ну, Хорошо, что вы это... на расстоянии через камеру, а то еще бросились бы друг на друга. Ничего подобного, я не бросаю это. Вы не агрессивный? Не агрессивно, если меня ударят или меня оскорбляют. А Да так. ладно, Колыванович, агрессивный, ты ж псих. Просто зачем? А вы людей оскорбляете? С удовольствием. Особенно... Это да, это он дело любит. Россиян. То есть можно, если что, сковородочку применить? И меня оскорбляют россияне. Ну что поделать, такая ситуация. А какая ситуация? Обыкновенная ситуация. Зачем вы людей оскорбляете? Не, я людей не оскорбляю, а не людей оскорбляю. О, муха улетела. Не людей оскорбляю, не людей. А людей нет. Если человек людины, я напротив уважаю. Я скажу, доброго здоровья тебе, удачи тебе. Да ладно, врушка. Врушка. Это не людина, а то, что ты гробишь. А как вы считаете, Зеленский он человек или нелюдь? Зеленский, не знаю. Для меня никто. Ну вы бы ему здоровья пожелали или послали бы лесом? Для меня он никто. Как же так? Я не уважаю. А Порошенко? Парашу тоже не уважаю. А Ни одного Янукович? президента я не уважаю. И Ни Януковича? Путина, ни то, блядь, дурака, ни то, Пошел ворюгу, бить посуду. Януковича. Никого не уважаю. Блин, тяжело, наверное, так жить, когда никого не уважаешь. Нету достойных президентов, одни ворюги. А как так получается, что вы их постоянно меняете и одни ворюги? Получается, все ворюги? У вас тоже меняются президенты, меняются. У нас не так часто. Как не часто? У вас 20 артистов, которые играют президентов. Как разные люди. Че? Еще раз, где это? У вас 20 артистов, которые играют президента, играют. А, у нас 20 артистов, которые играют президента. А, мы каждый раз нового артиста избираем. Все, я понял. 20 артистов играют президента, это какие Да, вас артисты? Путина. А, вы считаете, что 20 Путинов у нас? Да. Не, я не сказал Путина, сказал артисты, которые играют Путина. Ну, Путин-то один. Нету Путина. Путин тебе в 8-м году драть. Уже в 8-м. Мне говорил в 10-м. А, да? Путина нет. Даже Медведев написал, даже Медведев написал в Инстаграме, что Путин помер, а потом убрал нахуй. Да? А немецкая газета подтвердила, что Путин был это в 8-м году, в августе месяце был это, не в августе, не помню, ну летом был в клинике Шараде, где это спасли того вашего того, блядь, что отравили, зову я фамилию его, блядь. Я понял, а Меркель с кем встречалась тогда все эти годы? Двойниками вашими. А Си Цзиньпин тоже с Да собака, двойниками? не узнал собак. Да собака начала рычать на Путина. Видели видео? Нет? О, сейчас найдем. Собака начала рычать на Путина? Найдем Чья? тебе. Сейчас просто найдем тебе. Собака Найдите, начала конечно. рычать на Путина.
Собака не гнал Путина двойника и рычал. Сейчас найдем. Собака не узнал Путина двойника и рычал. Понял? Качественный запрос. Пойдем. Блядь. Включайся, паскуда. А чья собака-то не узнала его? Двойника? Так там собака двойника была, наверное. Алло, собаку не узнал. Место российского лидера в Сочи. На встречу с канцлером Ангелой Меркель он явился со своим лабрадором по кличке Кони. Канцлер заметно нервничал, она боится собак. На этом и построен сарказм в статье посольства России. А это белая собака была, белая собака, а это черная. Колыван опять не раздуплился ни хрена. Меркель сидит и боится собаки. Ангела Меркель боится путинскую собаку, там сказано. Причем здесь она на Путина нарычала. Это белая собака была. Это не то, да? Не то, да? Не то. Ну как так, Кол Иванович? Надо найти. Не то. Ищи. Ну что, наверное, найдется. Но это не то видео. Не то. Сейчас найдем. Собака не узнала Путина при Меркеле. Собака не узнала Путина при Меркеле. О, японская белая собака. Да. Так у Путина, если черная собака, а его не узнала белая. Или что? Я что-то не пойму, что он ищет. Путина не узнала белая собака. А, да, рычит, на Путина рычит. Ну-ка. На Путина надо кричить. Как маленький ребенок. Да, да, смотри, ну-ка. А где собака? Путин сдавается, стоит нахуй. Звонит Путин, Путина не узнала, блядь. Собака. Вот ты беда. Так это разве Путина собака-то? Собака не узнала звонника Путина, блядь. А что ты взял, что это собака Путина, я не понял. Вот вы нахуй, вас и Путин, блядь. Подождите, а подождите, а где видно на этом видео, что собака на Путина гавкает? Она вообще да, лает, смотрите, гавкает. Она лает, смотря в другую сторону, вы обратили хорошо, внимание? Сейчас посмотрим. А вы посмотрите, она просто смотрит в другую сторону. Сейчас посмотрим. Сейчас я увеличу. Да, посмотрите, она в другую сторону смотрит. Давайте. Вот же Путин нахуй, собака не гавкает. Так а смотрит, куда собака-то? Сейчас посмотри, сейчас посмотри. Так это не Алабай. За добро и мир. На Путина кидается, да. Не гавкает, гавкает. В смысле она ему... Она перед ним встает на задние лапки, он ее кормит, говорит, смотри, говорит, лает. Путина не а вы можете просто сами посмотреть? Я просто вижу абсолютно другое. Вы не видите, наверное? Я вижу, что он ее кормит. Где она кидается на него только? Вы посмотрите внимательно. Я вон сам-то смотрел, нет? Перемотайте сначала, посмотрите. Я вижу, что он ее с рук кормит. Да. Ну, кроме... Да. Такой... Спустя, блин, года такой, да? А, нифига себе, а я думал, она на него. Спустя года просто такой раздуплился. Конечно. Точно. Вот этого чувака открытие, бля. Бля, говорит, точно. Двойника кормят. Вот это было другое. Видео, там куча видео. Опять другое видео, опять не то видео. Опять только что. А, смотри, смотри! Собака не узнал. Такой, знаешь, он такой. Это знаете, как чувак, который сидел с козырным тузом. Такой. Нахуй! Ага! Козырной туз! Козырь Буби, алё, а это черви. А, да?
Точно. Вот это я дурак. В натуре. Тьфу ты. Вот он, этот чувак, который... Хоба! Козырным тузом, а козыри другие. А у собаки двойник есть? Может, это двойник двойника собаки Путина? Путин двойник собаки, это двойник и двойник? Может, у собаки был двойник? Не та собака получается. Моего парня с родителями, это всегда очень Хлыван расстроился. Когда... С таким козырным тузом сидел. Ну, видео, это было давно было. Сейчас карты там в аду. Но это тоже не та собака, да, получается? Большая, это волохата, это японская собака. Другая собака, волохата белая. С таким козырным... Ай ты, Колыванович, такого туза просрал. Ну, ёпарасоте. Вы просто так Не обрадовались. важно. Нет, Я не буду нет, вы тебе просто так рассказывать. обрадовались сразу, а там Путин ее кормит с рук, и она выполняет Это не та команды собака, Путина. Марк, это не та собака. Да и Путин не тот, и собака не та, и телефон не тот, и видео не то, и вообще YouTube другой, и вообще вселенная не та. Не, ну вы просто с этой собаки очень обрадовались. Не, другая собака, но у нас есть светлая, волохатая была. Но это узнала, получается, да? Ну, Я тебе получается, скажу одна. две. Смотрите, смотрите, вы показали черненькую и Я вот эту, тебе пока скажу две одна узнали скажу, Путина. что ты скоро сам все узнаешь, нахуй, когда Российская империя распадется. Все, с собаками не вышло. Все, там распадется, все, скоро вам труба, вы, все, вам вас это раздербанят. Китай, Америка, инопланетяне. Все, пока. Сука, собака, тварь подвела. Когда ты узнаешь сам? Расстроился. О Я так понимаю, в русский, да? о чем-то хотите поговорить? Да, и гражданин России. Если вас национальность интересует, то русский. Ну, я спросил русский, я же не спросил ваше гражданство. Ну, многие украинцы путают А вы гражданство. отвечаете, вы гражданин России. Ой. Многие украинцы путают гражданство и национальность, поэтому пытаюсь объяснить. Что не каждый русский россиянин и не каждый россиянин русский. Спасибо, что вы мне объяснили. А вы по национальности кто? Украинец. Где написано у вас это? Ну чем докажете, что вы украинец? Смотрите. Все, сразу пентиум завис. Сразу смотрите. Я украинец, видите? Видите? Видел, брови видали? Брови. Вот. Я вам объясню. Мое гражданство написано в моем паспорте. Я же национальность спросил вас. А национальность – это самоопределение человека. А, мы опять приходим к тому, что как ты себя чувствуешь, так ты и есть. Вот чувствуешь себя китайцем, все, ты китаец. Чувствуешь себя инопланетянином, все, ты инопланетянин. Чувствуешь себя миллионером, все, иди покупай машину. Иди. Прям приходишь и говоришь, чувствую себя миллионером, чувствую, что здесь вот у меня 16 миллионов, чувствую, как я вам их отдаю, чувствую, как вы мне документы на машину даете. Давайте. Давайте. Я ж чувствую. То есть вы сами так Я знаю, решили? что вы блогер. Я знаю, какой вы блогер. Я скрывать не буду. Я видел вас у наших украинских блогеров. Так, как впечатление? Ваш вопрос. Ваш вопрос, я отвечу. Ну, как впечатление? А вас? Ну, конечно. Мне же интересно, раз смотрели. Ну, вы сидите за границей. Вы сидите за границей. Естественно, если вы в России, а ты в Украине, естественно, за границей. Скажем так, поддерживаете Россию, Я в поддерживаете... Санкт-Петербурге жил, живу и Не буду. перебивайте меня, пожалуйста. А с чего вы решили, что я вы за же границей? блогер. Вы же блогер. А с чего вы Вы решили, что задали я за... вопрос, я вам отвечаю, вы меня перебиваете. Так вы говорите, что я за границей, я там не живу, я живу в Санкт-Петербурге. Вы, может, перепутали меня? Дети за границей. Ну, я, может, что-то и перепутал. Смешно, да? Да. Ну, собака за границей может. Ну, дети, собака, рыбки. Кто-то за границей у вас там живет по-любому. Вот, поэтому как бы вы же за границей. Ну, кто-то из ваших там этих там, да? А дети за границей? Дети за Нет, в границей? России. Нет.
В России. Еще один расстроился. Ну, кто-нибудь за границей у вас живет? Ну, хотя бы клопы. Ну, пусть хотя бы клопы за границей. Это не ваши клопы во Франции живут? Ну, вот, ну, пожалуйста, не расстраивайте меня. Хватит на сегодня уже. У меня старшим детям уже 30, а младшим 6, 8 и 12. Они учатся в Санкт-Петербургской школе. Причем вместе, в одной. Давайте так. Вы... как ваш канал называется? Ну, у меня несколько каналов. Самый известный... Пятая правда, четвертая правда. Тот самый Бабичев канал называется. Как там? Восьмое измерение, да? Девятое, десятое. Еще один знаток всего на свете. Сейчас смотри, видео не то найдешь, расстроишься, чел. Вы вообще все перепутали. Какое измерение, я спрашиваю? Да никакое. Как канал называется? Никакое измерение, так и называется. Ищи давай. Я же вам пытаюсь объяснить, а вы начинаете гадать. Да, сила в правде. Сила вот. А четвертый? Сила вот в измерении. Сила в измерении, в каком измерении? Сила в каком-то измерении, я ж помню. Это измерение действительно Александр из Чикаго, из Америки. Но это другой блогер. Вы сила все у вас в чем? Сила в правде. Вы в Ютубе будете искать? Вы в Ютубе будете искать? Да, да. В телефоне. Вы в Ютубе ищете? Нет, я в телефоне ищу. У меня в телефоне все каналы. В Ютубе моих каналов нет, их удалили в прошлом году. Слава Богу. Ну, зато они есть в Телеграме, в Дзен, в Рутюбе. Неинтересно вообще. А он думает, для него, что ли, делают каналы? Ну, а как обидно, украинцам неинтересно. Ну, может быть. Так я же спрашиваю вас, о чем хотите поговорить? Вопросы есть у вас? Пентиум греется, конечно, жестко у чувака. Тяжело, да? Я выражаю свое отношение к русским. Выражайте. Да, ругаюсь и оскорбляю и все остальное. Можете. Ну, потому что идет война между Россией и Украиной, поэтому вот такое отношение. А могу вам задать вопрос, а когда вы считаете, эта война началась? Между Россией и Украиной? Я считаю, в 2014 году. Так, то есть Россия... Одна страна захватила территорию другой страны. То есть Россия в 2014 году что-то у вас захватила? Захватила Крым, да. Крым захватила. Да. Вы бывали в Крыму когда-нибудь? Да, приходилось. Приходилось, отдыхали? Да, не важно. Ну, не важно, да, может по работе. Так вот, в 2014 году народ Крыма принял решение отсоединиться от Украины, объявить независимость. И Россия там ни при чем. По каким законам проходил референдум? По законам Вселенной. Восьмого измерения. Республики Крым. Чего? Да. Покажите мне. Давайте, я найду. Вот у меня телефон. Давайте. Открывайте. Конституция Республики Крым. 1990. Конституция Республики Крым. Конституция восьмого измерения. Давай, открывай. Сейчас, хорошо. Сейчас найду. Давайте. Конституция. Шел 23-й год, заканчивался. На Украине решили почитать Конституцию Крыма. Самое время. Республики Крым. Там их просто несколько? Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Какого года? Ну, можете 92-го посмотреть. Потом Украина в 98-м. А пораньше могу посмотреть? Нет. А 85-го не могу? А нет. 63-го не могу? Какого года посмотреть? 92-го. Почему 92-го? Ну, потому что Конституцию Республики Крым в 92-м году принимал народ Крыма. А в 98-м... Не, подождите. Что значит нет-нет-нет? Принято за Совет Республики Крым 11 апреля 2014 года. Открываем. Ну, можете 14-го, но это уже когда они присоединились к России. Ну, и пентиум вообще. Чего? 14? 14? 2? 98? 16? 3 в кубе? 90 градусов? Че? Да. Конституция Республики Крым 14-го, когда присоединили свою новую конституцию. Окей.
Так зачем? Смотри, 92-й дурачок. По каким вы говорите, когда... Ну, мы не сможем договориться. Блин, ну такой перс слетел. Он такой, как этот, какой-то ошпаренный, а? Чё? А? Кто? 94? 16? Почему? То есть, 65-го? Такой какой-то. Блин, обидно, обидно.